Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Выручка сельхозпредприятий выросла на 20%. Финансовое состояние предприятий аграрной сферы улучшилось, отмечают в Минсельхозе. Выручка составила 12,5 миллиардов рублей. Себестоимость реализованной продукции выросла на 14% по сравнению с 2016 годом. Рентабельность увеличилась на 4 процентных пункта и составила 31%. Прибыль до налогообложения увеличилась на 750 миллионов или на треть. При этом в министерстве отмечают, что на увеличение себестоимости продукции окажут влияние неблагоприятные погодные условия этого лета, поэтому по итогам работы за год прогнозируется увеличение производственных затрат. Программа «Экономика». На закупках областной бюджет экономит 6,5%. За 7 месяцев Центр по техническому сопровождению государственных закупок провел более 650 закупочных процедур. На них было выделено 3 миллиарда 280 миллионов рублей. В среднем на одну процедуру приходится 2,5 заявки от подрядчиков. Больше всего бизнес привлекает ремонт детских садов, школ, домов культуры. На одни такие торги заявляется по 20 компаний. Экономическая эффективность в таких случаях составляет 16%. Средний уровень экономии, по данным Минфина, 6,5%. Бюджет благодаря торгам сохранил 185 миллионов рублей. Это на 45 миллионов больше суммы экономии аналогичного периода прошлого года. Экономика на 101 FM. Прожиточный минимум превысил 10 тысяч рублей. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства Кировской области. Величина прожиточного минимума в регионе за второй квартал в расчете на душу населения 9500 рублей. Для пенсионеров показатель чуть ниже – 7800, для детей – 9600, для трудоспособного населения – 10100. С мая, когда принималось предыдущее постановление, показатели выросли примерно на 200-300 рублей. И о валютах в завершении. Доллар на сегодня 59.15, курс евро 69.70. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.